Итак, друзья, продолжаем наше путешествие в Эликс. Мы сейчас на территории клириков. И одно из заданий у нас кстати, у нас тут два задания ближайших, и оба задания связаны уничтожением монстров, которые здесь вот на западе, и то, которое будет у нас на северо-востоке. Это, я предполагаю, так будет довольно-таки сложновато, потому что мы еще как бы не особо сильно прокачаны. Для бойца, для того, чтобы чем-то махать более таким. Так, у нас сейчас зазубренный топор с уроном 34. Зазубрин у нас идет с урона в 50. Змея, не знаю, даже ловкость. До 60 надо прокачать. А тут стойкость и силу. То есть туда и туда надо буду валить. Стойкость 7 получается. А силу. Да, но сила там у нас прокачивается за разом. У нас по 2 очка, видите. По 2 очка он забирает за одну силу. Получается, что для того, чтобы поднять зазубренный топор, нам нужно не, получается, 15, а получается 30 очков в силу надо вогнать и 7 в стойкость. То есть это как минимум нужно нам 37, у нас 45. Вроде бы накачали. Давайте еще раз посмотрим. Знаете, что можно будет, в принципе, наверное, откатиться. Ну, или перезагрузиться на крайний случай. Сейчас посмотрим. Итак, вот это, конечно, тоже немаловажно. Итак, тут урон у нас 34, тут у нас урон 50. То есть, ну, в общем-то, да, 16-то получается на треть. Примерно. Итак, сила нам нужна 53, стойкость 37. Сила 53, стойкость 37. Ну вот видите, у нас осталось очков характеристик всего 2. Давайте применим это. Итак. Зазубренный топор, то урон 34, то есть зазубренный топор 1, урон 50. И сейчас мы уже, в общем-то, вот эту кузме. Единственное, что он там дает, видимо, тип урона яд. Он еще как бы добавляет, наверное, ядом плюс 10. 41 плюс 10 яд, а тут просто 50 плюс 10, видимо, как урон ближнего боя. Так, ну что ж, берем этот зазубренный топор. Конечно, ткаем сюда. Так, этот уже можно смело уже скидывать, так как мы этот уже напялили. Ну вот у нас, по крайней мере, сейчас урон
поговорить с Мартой, что-нибудь на продажу. Давайте-ка скинем, наверное, этот топорик, который, в общем-то... Для этого меча нам вообще прокачиваться. Не знаю, Кузьме нам нужен, не нужен 41, когда у нас есть урон уже, в общем-то, 50. Причем-то по Кузьме он случайно нашелся, пусть будет. Тетиву эту надо, действительно, там ловкость надо будет еще и силу прокачивать, так что пока это мы оставим. Тут нам тоже, в общем-то, нечего продать. Крепкий бульон на косточке. Это у нас рецепт получается. Или сам бульон. Да, нет, бульончик. Здоровье 340. Это довольно-таки так неплохо. Какой еще у нас тут как бы пироманьяк? Стим. Противоядие с огню. А, вон на что. Противоядие, налик, зубы, когти. Зубов 56 штук. По 4 цента за штуку. Когти тоже 22. Я не помню, нафига нам нужны будут зубы, когти. Да, забираем, может, не собираем как-нибудь. Зубов до костей. Так, кости нам могут пригодиться, перья, может быть, тоже, так, изолента, ручка, слежка, доклады. Ну, в общем-то, мы уже всех сдали. А, так, молоток вроде бы не нужен был, тарелки, чашки, таскать с собой метлу. Тоже смысла нет, золотая чаша, полтинник у нас, фига себе, у нас 5 штук, кажется. Пачка сигарет, туалетная бумага нам не нужна, динозаврика, сигарет блока 9 штук, газная граната нам пригодится, это пока... Сдавать не буду. Ну вот до восьмерочки мы, по крайней мере, даже добрались. Вот. Ну что ж, продолжаем наш. Че, в общем-то, заморачиваться? Выговорить себя. Телепорт. Забыл вздремнуть, забыл поспать, забыл сдать этого с потрохами коротышку. Let's do some business. Listen, if you can pay, we can trade. That's the way these things work. Который, может быть, таскает вот, оружие у него нет, штаны вора у него есть и прочее. Прочая фигня. Забыл сдать эту картошку, я, честно говоря, не знаю, сдавать или не сдавать, как поставщика этой гадости, которая... То есть, походу, он и есть этот самый поставщик этого дерьма, который там... травит народ этого... этой производной Эликса. Итак, посмотрим, что нам тут не светит. Ага, там уже кто-то, в общем-то. Так, у нас вот такой вот зазубренный топорчик.
И нам нужно что? Нам нужно разобраться с этими. А, вот так вот он первый ползет. Это первый или надо, если он первый, нам нужно просто как бы эти, большому счету, не то что их мочить. А у нас задание как бы найти вот эти вот три ящика с этими припасами. В общем-то, я не знаю, смысл есть тут бодаться с этими ящерами. Давайте попробуем пободаться. Почему нет? К тому же он там. Ну вот, 120 опыта. И довольно-таки скекс. Я почему-то как-то. Да. Совсем другое слово сначала прочитал, но вот потом решил перечитать, вдруг на самом деле не то. В общем-то, я оказался прав, что на самом деле слово не то, которое подразумевало, на самом деле это просто слово скекс. Это он труп или это он Да ты, блин, лезешь-то? Ёпты моё! Родная, блин! Они же кусаются больно, а ничего, не один. Вот, видишь. Вот так. Да. Оператор из тебя еще тот. Так. Дорогой муравейчик, ну-ка иди сюда. Так, это он благополучно замочали. Stay here. Stay here. Окей. А я уж подумаю, как бы. Ну вот, опять перегрузка у нас идет. Не хватает что-то на диске C, блин. Oh, that's a good one.